Трудовой десант в составе 14 семей высадился в парке Тысячелетия. Кто-то прибыл со своим инвентарем, малыши прихватили с собой пластмассовые лопатки, других необходимыми предметами снабдили специалисты предприятия «Коммунальник». После небольшого ликбеза семьи приступили к делу, и работа у них спорилась. Ведь решение стать частью такой доброй акции «Аллея семейных деревьев» многие принимали ответственно. Решение приняли участвовать в акции, так как на семейном совете решили, что сына мы родили, посадили, сейчас посадим дерево, ну, а дом построить это в планах в ближайшее время. На общее благо трудились и все члены большой семьи Яромич. Пока глава семейства Сергей копал ямку, дочери Даша, Маша и Аня ему помогали. Кто словом, а кто делом. Никто не хотел оставаться в стороне, ведь и через годы они будут с гордостью вспоминать этот день и отмечать, что тоже были причастны к полезному делу. Всегда, когда есть возможность, это очень важно принимать участие в таких проектах, потому что самое ценное, что у нас есть, это память и время. А лучше всего это наблюдать с помощью роста наших деревьев, как рост вообще нашей семьи в целом. Я очень надеюсь, что это дерево станет большой памятью для меня, для моих детей, и это будет большой-большой нашей такой ценностью, традицией. В закладке аллеи семейных деревьев принимали участие не только молодые семьи. Чита Данильчук в этот день отмечала свой юбилей – 20 лет совместной жизни. Сегодня ровно 20 лет, как мы с мужем расписались, и так получилось здорово, что именно в этот день мы посадим вот такой красивое такое дерево, дубочек. Будем его приезжать навещать, поливать, потому что у нас самый маленький. Вот. Очень хочется, чтобы он принялся. Обязательно будем приезжать его навещать. Конечно, здорово, когда проходят такие акции. Это очень здорово. Вы знаете, вот как-то вот приятно своими руками посадить. И вот на этот пустырь, который, я думаю, что был когда-то пустырем, смотрите, какая образуется красота, захочется просто приходить, навещать, и вдвойне будет приятно подходить к своему дубу. Участники экологической акции высадили дубы, клены и липы, тем самым пополнив зеленые зоны парка Тысячелетия 14 новыми деревьями. В конце закладки аллеи каждой семье был вручен сертификат, а деревья получили свою фамилию. Мы придумали такую фишку, чтобы молодые семьи, каждая молодая семья имеет свою дату совместной жизни. А чтобы в эту дату они приходили именно к своему дереву, делали общую фотографию, и каждый год они отслеживали по фотографии, как это дерево растет, меняется, и в будущем, дай бог каждому, чтобы правнуки, внуки приходили и фотографировали с этим деревом, и был такой огромный фотоколлаж. Такие акции помогают не только улучшить экологическую ситуацию и внешний облик нашего города, но и создают добрые семейные традиции, которые делают жизнь человека интереснее и ярче.